Добрый вечер всем коллегам, зрителям канала, подписчикам. Наша серия комплектации квадрокоптера идет полным ходом. Запчасти сыпятся каждый день. Вот пришло две новые коробки, сейчас мы посмотрим, что это. Ну, судя по названию, это пришли мозги от нашего квадрика. Да. О, да. Это мозги от нашего квадрокоптера. Давайте посмотрим более детально. Так, это у нас. Это у нас. Судя по антеннам и частотам, это у нас телеметрия. Так, здесь у нас идет микро OSD, вот накладка телеметрии, это PPM энкодер, да, комплект. Непосредственно сам контроллер, вот мозги. Вот. Пикрейсер. Пиксрейсер, вот, версия 1.0. Да. Да, это сам мозг. И GPS комплектующая, вот. Сама антенка, штанга. Поворотка для штанги, я так понял. Вот, ну, такая штука, значит. Удовольствие не дешевое, но без него квадрик летать не будет. Поэтому мы долго ждали эту посылку, наконец-то она приехала. Все прошло в целости и сохранности, все отлично запаковано, я доволен. Доволен продавцом. Достаточно быстро все приехало. Так. Это все откладываем до сборки квадрика. Посылка ехала в районе 20 дней. 21 день, да. Ну что, достаточно быстро. Ссылку на продавца Pixracer я положу в описании к видео. Вот, продавец зачетный, мы у него брали уже несколько раз. Вот, товар качественный, замечаний нет. Спасибо всем за внимание, до новых встреч.